Всем привет! И в этом видео я вам покажу ловушку, с помощью которой вы сможете разгромить соперника за 8 ходов. Обязательно выучите эту ловушку, поставьте лайк и подпишитесь на канал, будет очень полезно, погнали! Мы играем за черных, белый начинает партию ходом d4, они сразу же пешку вводят в центр, мы играем e5, бьем по центру, белый дальше забирает d, мы играем конь c6. Атакуем на пешку на e5. Вообще цель нашего изначального хода e5 была в том, чтобы белые забрали, мы сыграли конь c6, далее забрали их пешку, и наш конь был в центре. Белые, конечно же, играют конь f3, они защищают свою пешку. Мы играем ферзь e7. Своей второй фигурой атакуем на пешку. Белый играет слон f4, они еще одну фигуру ставят, чтобы защитить пешку. И в этой позиции мы играем ферзь b4, шах. Мы делаем шаг и одновременно хотим забрать слона на f4. Белый в этой позиции играет ферзь d2, чтобы защититься и одновременно защитить своего слона на f4. В этой позиции мы играем ферзь b2. Мы атакуем на ладью на a1, грозим ее забрать. И в этой позиции у белых единственный ход, чтобы ее защитить, это ход ферзь c3. В этой позиции мы играем слон b4, мы связали ферзя и выигрываем партию. Неважно, как сыграют белые, допустим, они забирают ферзь b4, мы играем конь b4, и вдобавок мы еще забираем ладью, допустим, неважно, как сыграют белые, допустим, e3, мы забираем ладью и выигрываем партию. Вот так вот, дорогие друзья, обязательно выучите эту ловушку, чтобы разгромить соперника за 8 ходов. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если хотите видеть больше красивых ловушек на моем канале. Всем удачи, всем пока!